Вот, открыл кейч, вот этот вот сундук новый выпал. Сет на пуджа. Ну, вроде неплохо выглядит, тут вот надо протестировать. Вот так он выглядит, кстати. Прикольно, да? Такой пират ёбнутый с бородкой. Мне бородка вот эта не нравится. Ну да ладно. Так. Ну, у меня, как всегда, команда даунов, то есть... Тут-то ничего непривычного нет. Я стою в соло. О, кстати, это я, короче, играю рейтинг... как это называется? Короче, сезонный. Сезонный ранг этого. Ну, первым я арканы и блинк буду собирать. Потом посмотрим, потому что маны будет не хватать. У меня уже хук стоит чуть ли не половину маны, имеющейся. Потому очень важно. Да, хуки у меня снайперские, это правда. Хуками я не мажу. Кстати, анимация, вот этот сет, он... Заметьте, кстати, у меня пиратский нож такой. Не изменяет, что я хочу сказать. Ну, я, кстати, попал, мне просто не просчиталось. Вот, он изменяет, не изменяет почему-то, точнее, анимацию, видите, то есть дефолтная анимация. У меня только ульта, кажется, вот вид ульты изменяется. Видите, без аркан реально маны будет не хватать. Фидит меня виномансер машинками своими. Да, маны мне пизда как не хватает. Придется доставлять. Вот АФКшит стоит у нас долбоёб, вот МК. Он не просто ливнул, а именно стоит АФКшит. Ну, даун у меня в каждой команде, я уже привык. В каждой игре, я хотел сказать, так что это норма. Для меня это норма, к сожалению. Куру я апну, потому что мне очень нужно. По-хорошему я в рот ебал тех, кто со мной играет. Ну да ладно. Собственно, тема ролика. Вот хотел показать, вот что выпало из сундучка из этого. Интересно, почему крипы не бьют вот этот вард? Подходить я не буду, потому что мне надо ману хилить. И Урса сам по себе имбалансный персонаж. То есть он изи может наебашить. О, МК вернулся. У меня Лина, кстати, в муте. Не знаю почему, видимо, когда-то замутил. Это еще до начала катки. В принципе, можно убивать, если я буду хукать под вышку вот сюда. Если вылавливать, то... Но он почему-то не качнул стан МК, потому... Не получится, не получится убить. Одного моего хука будет мало пока. Фарма я ему не собираюсь давать, МК мне на него похуй. Так что... А, кстати, у меня еще вот эта фигня. Школьники, тут что-то детям надо, но не парьтесь. Ладно. Вот у меня вот такие вот. Тоже я не помню, на каком уровне открываются голосовые эмоции. Есть крутые еще, но они выше уровнем. Кстати, звезда такая на плече у него. Игру можно покинуть. Нет, нельзя, кстати, ее покидать. Это ложь. Да?
Я попал сейчас в комп. Кстати, я попал. Ну, это ладно. Кстати, этот мудак ливнул. Он сначала АФК постоял, а теперь ливнул. Ну, как я сказал, у меня это в каждой игре. Это нормально. Ясно, что мы тут не выиграем. Это я просто показываю. Как бы... Ну это на скилле. Это на скилле сейчас было. В соло на скилле. Вижу, что атакуют. Мне сейчас не засчитали хук. Я на самом деле попал. Но опять же, ладно. Еще бы, конечно, когда на миде стоишь, хорошо бы еще ботл покупать. Но я не покупаю ботл, когда на лайнах стою. Только на миду. Ага. Бля, что бы купить? Блинк? Я не хочу блинк. Лучше форс-состав побыстрее куплю. 230 мана мне нужно на хук и ульту. Кстати, сейчас донайдить я уже как-то говорил. Сейчас донайдить круто, ну круче, чем раньше, потому что опыт дают. Тоже за это. Вот Лина прилетела на ганг, можно сейчас... Давай. Эй, только посмотрите на башню. Изи. Кстати, мне убийство засчитали. Странно. Отлично. Зевс отключается от игры. Того у нас двое ливнуло. На самом деле такие игры, они выигрываются. То есть, ну, это не проблема. Я видел, когда и двое выигрывали. Против четверых или против пятерых даже. Квест у меня стоит, надо силовиком выигрывать. Вообще Пудж, конечно, хороший персонаж. То есть тут его ни в чем не упрекнешь. Круто. Хорошо, ульта быстро перезаряжается. Соло. Ну, ультанул, правда. Ультанул антимаг, но... Я бы и сам убил. У меня чистый урон 365 с хука. То есть, хук сам по себе убивает. Очень здорово. Не нравятся мне эти вардики, ёбаные. Видите? То есть, даже неплохо можно играть. Два долбоеба у меня ливнуло. Кстати, надо продать их шмотки. А, уже продали. Отлично. Еще прикольные цитатки есть. У этого. У Пуджа. Тоже прикольно.
Ну такое себе, знаете. Черт, теперь там есть Аега, это плохо. Кстати, у меня ульта проходит сквозь невосприимчивость, да и хук тоже. Так, теперь аганим куплю. Что-то я сначала саппортить хотел, но теперь уже похуй. Просто я купил куру, апнул ее. Я как хардлайнер получается. Реально я стоял вот в соло, да. Бля, мразь ебаная. Нормально, да? Реально вот он имбалансный, да, типа вот лайфстиль реально, реально, ну против него нереально играть. Реально нереально, это пиздец. Ну по сути я его убил. Просто если бы, кстати, Урсу убили с этим, с Аегой. Он реально имбалансный персонаж, лайфстиллер. То есть, ну, я его убил. Просто мне не засчитали его убийство, можно так сказать. Но я его убил на самом деле. Кстати, у меня сейчас вышка пойдет уже. Заметьте, уже фуловый. Видите, уже фуловый. Лайфстиллер. Интересно, его возможно убить вообще для меня? Мне кажется, я его в принципе не убью, наверное. Есть изи, блин. Отлично, задоджил Урсу. Нет, в соло, все, в соло я его смог убить. 360 урона чистого, не контрац. Лепота. Лепота. Не, у него прикольные на самом деле цитатки. Надо пушить. Я, к сожалению, не могу. Вашу центральную башню атакуют. Видите, уже охота на меня началась. Не дайте разрушить вашу центральную башню. Вы видели, да, я сейчас хуком попал. Мне просто не просчиталось. Я даже дотянулся до него. На самом деле. Вашу центральную башню атакуют. Вашу центральную башню атакуют. Блять, залагала, сука. Хорошие. Не дайте разрушить вашу центральную башню. Хватит это терпеть. Ну да, тут без вариантов. Тут без вариантов. Ну он как, ну, мне не привыкать, в принципе, у меня в каждой игре так. Мы играем, получается, втроем сейчас. Антимаг, Лина и я. Ну, на самом деле, играю только я. Ну, Лина и Антимаг, они просто так бегают. Ну да ладно. Ему пизда, кстати. Вы видели, да? А, все-таки убил, хорошо.
Я думал, не засчитают мне этого. Мне нельзя на самом деле такими персонажами играть, как Пудж, Мирана. Мне никогда не просчитывают вот эти вот стрелы, ну хукшоты всякие, вот стрелы, хуки, вот невозможно таким играть. Вообще в доту очень сложно играть, потому что, ну, у меня 4 долбоеба в каждой игре. То есть, видите, тут двое ливнуло, а двое просто нихуя не делают. У Лины, кстати, 5 зарядов на Блэдстоуне. То есть, ну, это реально невозможно выигрывать. А в соло игра, дота не выигрывается, это все-таки командная игра. Вот. Потому... Ну, мне эта игра нравится, несмотря на то, что в нее 90% даунов играет. Видите, да, мне? Просто не просчиталось сейчас. Попадание. Хотя я тоже сейчас хуком попал, по сути. Ладно, я размучу Лину, так и быть. Туда, так туда. Это моё. Интересно, Квапа видит, что я тут? Поймал. Снайпер. Тупо снайпер. У меня, кстати, ульта сейчас почему-то не прожалась, я ее прожимал. Будет сделано. Не далась ульта в Квапу. Виномансер фидит, видимо. Чтоб наверняка. Я сейчас отжимал хук, ну ладно. Не имеет значения уж. Найс замедление, конечно. По сути, мы должны выигрывать из-за перефарма. Но это не точно. Надо же, я даже только одну танго проюзал. За все время. У них все вышки целые стоят. Но я-то не могу вышки сносить, очевидно. Сейчас, сейчас. У меня-то урона с руки нет. А вот враги могут... Я, кстати, на Фантом Ассасин играл игру до этого, что-то 30 фрагов сделал. Нормально. Ну, я всегда тащу, то есть я никогда не фижу. Я каждую игру тащу, у меня положительная КДА всегда. Очень положительная, то есть... К сожалению, с уёбками приходится играть. Черт, тут даже насмешки на Пуджа нет. Нахуй этот сет нужен вообще. Ну, я так понял, продать его нельзя. Типа он эксклюзивный. Время. Так, там челики файтятся. Вон, вон, вижу, дерутся. Только смысл-то от того, что они дерутся. Пудж, блядь. Ага. Конечно, пуджом заебись в начале игры фраги делать, когда герои тонкие. Очень эффективно получается. Ну да, тут без шансов. Я не понимаю, почему у Лины всегда на КД Блэдстоун? Чё, по КД себя убивает? Ёбнутый.
У антимага нихуя нет, у него ПТ только и Battle Fury. И все. Квапас, Фейсбут, сами интересно. Вашу нижнюю башню атакуют. Интересно. Сооружение сил света крепкие, словно ледник. Она даже скиллами крипов не убивает. Ебанашка. Ваша нижняя башня разрушена. Зрелище не для слабонервных. А у меня пассивка. Магица также запомнить все, которую. А, за ассисты тоже, когда просто враг умирает, тоже пассивка у меня стакается. Ладно, пусть фармит Лина. Туда, так туда. Антимаг на донышке ушел. Слушай. Я всегда хотел знать, для чего нужны транквилы Пуджу, если у него маны нихуя не будет на скиллы с транквилами. Типа вот, арканы надо покупать. Ну и блинк. Но я просто особо не фармил, потому и не стал блинк покупать. Так вообще арканы плюс блинк. Сыр у Урсы. Наверное, да. У фантомки огонь... Ой, это Таигс. Ну, в начале игры я, конечно, врагов заебашил неплохо. Вот сейчас неплохо хукать могу сюда. Особенно, когда под фонтаном. Я буду стоять тоже на фонтан круто. Можно захукать. Тоже мне сейчас не просчитали. Я сейчас попал хуком на самом деле. Но это ладно. Жаль, не все артефакты можно разобрать. Кстати. Вот видите, у меня ульта не прожимается до блинка квапы. Почему-то. Хотя у меня, по сути, не знаю, ульта сразу должна прожиматься. Но этот не уйдет, очевидно. Плюс... Опа, изи. Хуйня, я сейчас попал на самом деле. Странно. По идее, мы должны выигрывать, у нас же перефарм. Двоих нет. Вот двое ФК стоят. Две куры, кстати. Но перефарма нет почему-то. Круто, я форсстафнулся. Вообще не в то направление, в которое указывал. Наконец-то. Теперь я не знаю. Пайп-то нет. Обратку соберу. Очевидно, что меня фокусят. Круто. Ну, это как обычно. Интересно, он типа фидит лайфстиллер? Бля. Кхм-кхм-кхм.
Конечно, Тараску бы какую-нибудь еще собрать тоже неплохо. Но обратку сначала лучше. Фантомка слабая. Нахуй ей Battle Fury нужен. Она убивать должна. Идти. А не крипов фармить. Ей не нужен БФ. Ну ладно. Так. Четыре секунды КД Хукан. Неплохо. Плюс 150 золота в минуту я возьму потом. И плюс 120 к урону от рота. Антимаг даже еще не собрал манту. Зато у него рецепт есть. Да, у врагов все вышки целые. Ну так, там на топе накоцанное, но это ничего не меняет. Изи. Сейчас сделаем. Это было изи. Да и жирный я такой уже на самом деле неплохо. Бля, зачем я это сделал? Ну да. Кстати, Лина тоже АФК уже. То есть мы вдвоем уже остались. Вашу нижнюю башню атакуют. Волна. Я не понимаю на самом деле, что провоцирует их, ну, АФКшить. Я не знаю, зачем враги АФКшить, если честно. Блять, эта сука вернулась, Лина. Уёбище, блять. Ваша нижняя башня разрушена. Уёбище, блять. Я думаю, хули я ее контролить перестала, она вернулась. Когда я почти всех убил. Не вовремя она вернулась просто. С обраткой. А, я, кстати, придумал. Можно еще эту фигню купить. Радик, нахуй. Изи. Что-то изи. Я не понимаю, как он ставит эти вардики, где он? Будет сделано. Верхняя башня противника разбита. Изи. Что-то изи. Меня бесит замедление на самом деле от вайпера. Ой, не от вайпера, а от веника. Пиздец. У них все вышки стоят почти. Так что это бесполезно все равно.
По сути, у нас перефарм, но я не вижу перефарма у нас. На самом деле. Блин, в натуре радик купить. Да, я радик куплю. Очень многие, кстати, с арканами на фантомку и на джаггернаута, я заметил. Видимо, нравится челикам. Очень многие прям. Прикольно, что я могу прожимать скиллы и предметы, когда я вот ульт юзаю. Потому что, например, в дуэли легионки нельзя же ничего юзать. Так, мне показалось, или тут кто-то фармит? Показалось. Кстати, можно было еще линзу собрать, но уже, конечно, уже нет, уже нельзя. Плюс 150 золота взял. Нормальная дамажа, кстати, лайфстиллеру. Реально неплохо. Блять, я же отменил, сука. Туда, так туда. Я ебал это замедление от веника, оно просто бесконечное к тому же. Оно охуенно долгое и сильное. Я отжимал сейчас хук. Ну ладно, хук у меня по КД, так что. Пофиг. Урса с ДД. Шрайнов уже нет. Ну их даже и не дефали. Да. У меня мышь отключилась. Все включилось. Дешевая с ней почему-то такое бывает. Хотя ну и что, что дешевая с другой стороны. Все равно работать должно. Арканы, кстати, можно разобрать, линзу купить. Потом. Типа мы можем от дефа, типа, убить пятерых и пойти сразу в трон. Но это такое. Тут до мега крипов. А, ну хотя еще далековато до мега крипов. На самом деле. Ебать, там Аега. Сука, я забыл. Точнее, я не знал, что Аега. Ну, эта игра уже была кончена, на самом деле, очень давно проиграна. То есть это просто... Просто время тянули, по сути. Игру там и проебали давно, на самом деле.
Я даже воскрешаюсь больше минут. Офигеть. Это больше всех, наверное. Так или иначе, сет на Пуджая показал. Долбоебов показал, с которыми играю. Вот и все, мега крипы. А я думал, далеко-далеко. Не так уж и далеко оказалось. Даже в... пиздец, даун. Просто 9 уёбков. Просто вот те, с кем я играю, это просто 9 уёбков. Хуйня, это буйство. Я тоже буйство делал. Только в настоящей игре. Вот и все буйство. Изи, да? Хуйня, я попал сейчас. Ну и смысл от того, что вот мы деремся так. У меня, кстати, есть этот... у меня есть радик. Надо только, чтобы мне доставили Sacred Relic. Сейчас куру ёбнут по пути, наверное. Да, ёбнули. Мега-крипы, они быстро куру убивают. Нужны штаны побольше. Ну ж, я считаю, что я отыграл охуенно. Я сейчас отжимал хук, ну ладно. Интересно, а хук отжимается вообще или нет? Ну ладно, не имеет значения.